Дорогие друзья, приветствую вас с берега Азовского моря. Сегодня первый день 2021 года, 21 века. И я нахожусь на берегу вот такого вот чудесного Азовского моря, солнечный берег нашей родной Кубани. Нахожусь я в пансионате «Надежда», где прекрасно встретила Новый год со своими родными и близкими. И очень хочется пожелать вам, дорогие друзья, чтобы в Новом году вы были все живы, чтобы вы все были здоровы, чтобы вы все были счастливы, чтобы исполнились все ваши мечты и желания, чтобы каждый день вашей жизни не только в 2021 году, но и вообще все последующие дни и годы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы искали для жизни какие-то интересные события, чтобы замечали вокруг то, что как бы происходит, потому что прекрасное всегда рядом, оно всегда с нами, его просто нужно замечать. Мне хочется, чтобы у вас все было окей, чтобы вы улыбались друг другу, чтобы вы берегли друг друга, чтобы ловили вот эти вот солнечные моменты, лучики солнышка в свои ладошки и никогда не унывали, потому что все, что не делается, все, что не происходит, все всегда к лучшему. И я всегда говорю, что слава Богу за каждый прожитый день. И я верю, что лучшее всегда нас ждет впереди. Всего вам самого доброго. Спасибо, что весь год вы были со мной на просторах YouTube, что я познакомилась и подружилась со многими. Но свою эстафету о друзьях и о любимых блогерах на YouTube я покажу вам чуть позже. Сниму это все немножко в другом ракурсе. Благодарю вас всех. И еще раз всего вам доброго. С любовью к вам я, Вера Славинская. Прошло почти 30 лет от Рождества Христова. Пока Иисус Христос возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, в палестинской пустыне появился проповедник, великий пророк по имени Иоанн. Он призывал всех к покаянию, ведь покаяние считается первым шагом к Богу. Иоанн крестил в водах реки Иордана всех, кто принимал его проповеди. К нему шел народ из разных концов земли. Святой Иоанн крестил каждого, кто действительно раскаивался в своих грехах и пороках. Проповедуя и уча народ, Иоанн говорил, что он лишь предшественник, а скоро мир узнает спасителя всего человечества. В старину вместо слова «предшественник» говорили «предтеча», поэтому проповедника так и называли «Иоанн Предтеча». В своих учениях и проповедях Иоанн Предтеча говорил, что он крестит водой, а идущий вслед за ним будет крестить Духом Святым. И зовут его Иисус Христос. Однажды во время крещения в водах Иордана к Иоанну Предтече подошел человек и попросил совершить над ним обряд крещения. Иоанн, узнав Сына Божьего, усомнился в праве крестить его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус успокоил старца, пояснив, что такова воля его Отца. 19 января, получив обряд крещения от Иоанна, Иисус вышел из воды. В это время из разверзшихся небес все услышали голос Всевышнего: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Всем присутствующим было ясно видно сходящего на Христа Духа Божия в виде голубя. Поэтому этот праздник еще называется «Святое Богоявление». То есть в событии крещения проявилось участие всех трех лиц Пресвятой Троицы: Бога Отца, голос небесный,
Бога Святого Духа в виде голубя и Бога Сына, принимающего крещение от Иоанна. С тех пор Иоанна Предтечу стали еще называть Иоанном Крестителем. После своего крещения Иисус начал просвещать людей и вести свои проповеди.